Следующая песня из репертуара Александра Розенбаума. Точное название песни я не знаю. Одним словом вы сейчас услышите. Погоди, я зажгу на минуточку в комнате свет. Погляжу на глаза твои, полные слез и обмана. Я устал от бессонных ночей и хочу слышать «нет». Как ни странно, наверное, но это покажется странно. Ах, как ярко вдруг вспыхнула лампочка под потолком. Но не нити вольфрамовой пламя глаза мои режет. Расскажи поскорей мне о том, как без веры живешь ты, и как мне прожить без надежды. А к окну на огонь все летят и летят мотыльки, разбиваясь о стекла, но веры своей не теряя. Кто мне скажет, нет веры, умру от тоски. А с надеждой вместе, и это все в корне меняет. А коль так, то прости, извини, я, пожалуй, пойду. К мотылям, что живут днем одним, как и я, под луною. Раскидай свои карты по простыни, карты не вру. Ну а свет погаси, когда дверь за собою закрою.